Как война повлияла на возможности западных спецслужб в самой России? В одной из своих книг вы писали, что до войны США использовали только 10% от своих разведывательных возможностей в России. До падения Берлинской стены и даже позже 70% нашего разведывательного и оборонного бюджета в Соединенных Штатах мы тратили на Россию, пока же не столкнулись с терроризмом. В 21 веке мы сократили свои траты в отношении России на 10-20%. Я говорил и писал, что нам нужно увеличить расходы для борьбы с отдельными государствами, с которыми вскоре США придется иметь дело. Россией, Ираном и Китаем. Еще до войны я сказал, мы будем тратить меньше на терроризм и увеличивать расходы в отношении других государств. Так это и произошло. Теперь мы тратим больше денег для борьбы с Россией. Но к чему привело промедление? Отсутствие денег привело к тому, что возникла нехватка оружия, которое сейчас мы должны выпускать для поддержки Украины и наших союзников по всему миру. Сейчас я обеспокоен другим. Меня удивляют люди, которые хотят изолировать Америку от войн в Украине и Израиле. Они думают, если мы просто уйдем, то мир как-то сам по себе станет лучше. Сегодня мы находимся в куда более нестабильной геополитической среде, чем когда-либо за мою жизнь. И если США перестанут поддерживать Украину, Америка потеряет свою репутацию надежного союзника. На месте Москвы при таком сценарии я бы стал действовать еще более агрессивно. Так же сделают Китай и Иран. Думаю, мир станет нестабильным, если Соединенные Штаты совершат глупости и оставят Украину. Впрочем, я не думаю, что мы это сделаем. Джек, думаешь, Путину выгодна заморозка войны? Что он хочет взять паузу и модернизировать свою армию, и подготовиться к новому наступлению? Я не думаю, что сейчас Путин пойдет на замораживание войны. То, что Украина сдерживает российскую армию, это для него уже поражение. Это победа Украины. Путин понимает, чем дольше продержится такая ситуация, тем быстрее ослабнут его политические позиции. При таком раскладе его собственное окружение начнет от него отворачиваться. Это играет на руку украинцам. Сейчас Путин смотрит на Соединенные Штаты. Он ожидает, что если продержится достаточно долго, то поддержка США иссякнет, и Путин получит то, чего добивается. Он тогда скажет, мы можем заключить перемирие, если линия разграничения будет проведена близ Киева. Думаю, у него действительно есть проблемы внутри России. Но вот непонятно, сможет ли Путин собрать большую армию. Он уже видит, что россияне не согласны воевать. Все, что сейчас можно получить, это снижение активности боевых действий. Тогда Путин будет выпускать не 100, а 20 ракет по Украине. Не думаю, что мирный договор — это сейчас возможная опция. Путин хочет посмотреть, как Соединенные Штаты выполнят свои обязательства. Если Америка не предоставит оружие, то зачем ему подписывать какое-то соглашение? Назовите мне для этого хотя бы одну причину. Я ее не вижу. Друзья, подписывайтесь на наши каналы. Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона, YouTube-канал Олеся Басман. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев. Джек, do you think that right now... Джек, как считаешь, какие настроения сейчас у российских силовиков и отдельно у элиты в самой России? Хотят ли условно в КГБ снять Путина? И есть ли у них для этого сейчас необходимый потенциал? Ты задаешь вопрос не тому человеку. Нужно это спросить у нынешнего директора ЦРУ. Позвольте мне сказать, как работает мир разведки. В любом обществе, будь то демократическое или диктаторское, часто можно обнаружить, что у разведки есть хорошие позиции. Из-за характера своей деятельности разведчики стремятся смотреть реально на события в мире. В авторитарных странах есть изъян. Их правительства иногда компрометируют свои разведывательные службы, потому что хотят угодить диктатору. В таких обществах вы обычно держите свои мысли при себе. Так что я не знаю, что сейчас на уме у российских разведчиков. Но я точно понимаю, что они недовольны результатами вторжения. Думаю, бунт Пригожина должен быть очень тщательно проанализирован. Если бы я был российским разведчиком, я бы очень сильно был обеспокоен тем, что я увидел. Система России стала уязвимой в результате этой необдуманной войны. Джек, глядя на две разведки, Украины и России, на их методы, инструменты, умения,
А как вы оцениваете потенциал украинских разведывательных органов? Стала ли украинская разведка за эти два года войны лучше, чем российская? Did the Ukrainian intelligence become better than Russian or not after these 2 years? Well, I think one of the things that's interesting. Один из интересных моментов. Многие на Западе были удивлены хорошими техническими возможностями украинцев. Ваши силовые структуры смогли остановить кибератаки россиян. Перед войной действительно шла большая работа по улучшению этих возможностей. Иногда, когда вы находитесь в обороне, вы скорее улучшаетесь. Однако я думаю, что обе страны стремятся к тому, чтобы скорее улучшить свои спецслужбы. Как по мне, разведывательные спецслужбы обеих стран уже потерпели значительных изменений. В то же время многие украинцы хорошо знают русский, у них много друзей в нужных местах, но также и у россиян. Их сети в Украине довольно хороши. Технически украинская сторона справилась на отлично. Но вот наступление, как по мне, было ошибкой, оно не было достаточно продуктивным. Так что украинское руководство сейчас вовремя и мудро изменило планы, и Украина перешла из наступления в оборону. Основываясь на своем опыте, скажу, что война заостряет внимание. Вы становитесь лучше, потому что учитесь на ошибках каждый день. И вы исправляете ошибки, получая лучших людей. Это тактический уровень. На уровне стратегическом не так все однозначно. В демократических обществах привыкли все обсуждать. Там возникает дискуссия в отношении стратегии. Путин может этим воспользоваться на разведывательном уровне. Might not be well received by Putin. Regardless of who кто бы ни стал следующим президентом в США, будут ли дальше ЦРУ помогать Украине? Останется ли американское разведсообщество союзником моей страны? Я думаю, Америка будет союзником Украины. Вы видели, как американский народ поддержал Украину с начала вторжения? Вопрос сейчас, как долго нужно будет поддерживать и сколько денег нужно будет потратить? Некоторые из этих вопросов связаны с внутренними политическими проблемами в Соединенных Штатах. Однако я думаю, что в правительстве США достаточно людей, которые из обеих партий хорошо осведомлены о том, что реально происходит. Это карьерные дипломаты, сотрудники разведывательных служб, казначейства, которые понимают важность поддержки Украины со стороны Америки. Такой настрой будет и дальше преобладать. В то же время наивно предполагать, что я абсолютно прав и что все это гарантировано. Украинцы должны продемонстрировать успех и готовность отстаивать позиции. И пока все идет хорошо. Вместе с тем, нам в Америке нужно прийти к двупартийному единству. Нам важно иметь четкое видение и вести единую внешнюю политику. Американская армия и разведка готовы и имеют все возможности для ведения войны в Европе и Азии. Так что мы должны поддерживать Украину. Израиль следит за Китаем и решить вопрос с нашей границей. Изоляционизм в Соединенных Штатах сегодня – это плохая история. При таком подходе мы получим дурной и опасный международный порядок. What will be Putin's fate? Джек, скажи, как кончит Путин? Это хороший вопрос. Это будет решать российский народ. В России застой и ситуация ухудшается. Положение Путина становится более уязвимым. Я не хочу предполагать, как рухнет режим. Но я не думаю, что это будет народное восстание или что Путин проиграет выборы. Думаю, его уберет собственное окружение. Давайте не будем забывать, что Пригожин был очень близок. Дворцовый переворот звучит как-то слишком драматично, однако Хрущева просто отправили в политическое заточение, его вывели из игры. Путин находится в куда еще более уязвимом положении, чем Хрущев. Думаю, он это ощущает. Вот почему он так упирается и делает все, чтобы не проиграть в Украине. Больше Путин никогда не вернется на глобальную политическую арену. Раньше с ним нужно было считаться, но, напав на Украину, он взял слишком большой вес. Теперь он стал противником, который не очень-то заслуживает уважения. Когда его уберут, это решит элита и российский народ. Друзья, спасибо, что были с нами.
Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Подписывайтесь на наши каналы, YouTube-канал Олеся Басман. Оставляйте как можно больше комментариев, лайков и обязательно кликайте на звоночек для получения дальнейших уведомлений о том, что будет о наших каналах. А будет всего очень и очень и очень много. С вами был Александр Демченко и наш гость Джек Дивайн. Thank you, Jack, so much. Thank you. And again, I hope everyone... Спасибо. Я надеюсь, что все останутся твердыми в своих намерениях в отношении поддержки Украины. И в Европе не произойдет катастрофы, которая могла бы случиться, если бы мы Украину не поддержали. Thank you so much.